все гипстеры сразу исчезают. Нормально. Мы просто считаем, что вот как в Финке разрешено ездить по велосипедистам по полосам общественного транспорта. Это правильно. Пристегиваться не имеет смысла. А это аргумент для тех, кто едет. Вот. Просто я думаю, что если тут совсем так, будет... Так, слушайте, уберите это подальше. Вы что, Саша? Те, кто едут по встречке, они уже по умолчанию неадекватны. А этот ту сторону? Нет, вот та дорога в ту сторону. Я понимаю, но здесь не ездят легковые машины. Здрасте. Вот вы сегодня... На встречке не ездят легковые машины. Нет. Вы посмотрите. Сейчас проходит Петербургский экономический форум. Сейчас по загородам кольцовские машины одна за другой. По автобусной полосе. Нет. В вашу сторону. На работу ехали, Нет. Вы видите, а зачем вот вы? Вы сколько лет уже на велосипеде? Я год 10. Все время по встречке катаетесь? Вот так вот. Классно это работает. Вы знаете, это у вас... Ну просто потрясающее, невероятное везение. Я просто нет. Вот не попадала маршрутка. Я прижимаюсь. Они сейчас заворачивают. Они направо заворачивают. Я просто этот маршрут знаю уже как свои 5 лет. Сколько здесь машин? Просто как бы написано в правилах дорожного движения. Водитель. Даже слезать на зебре. А вы что, не слезаете? Никто не делает это. Я делаю. Я никого не вижу. Вот ни одного раз, человека... два, три, пожалуйста. Не попадали. Смотрите. Ни одного не было. Сколько его спинистов, ни один не попадал. Ну, только вам. На самом деле. Зря. Потому что вот я просто видел очень неприятные аварии. Может, в интернете там какие-то. Не знаю. Постоянно вот на встречках. У нас вот в городе один появился любитель на девятке, короче, ездит. Он просто велосипедист нарочно врезается, когда они по встречке едут. Ну, у него бампер нейлоновый, ему пофигу, знаете? Его вы увидите один раз. Ролик тоже он по последней, в последней доле жизни, в доле секунд жизни. Да. Вот, потому что он прогоняется вот реально до 70, ну, до разрешенной городе. И все, и лупит велосипед. Я только по этой, я по вот, у вас даже шлема видите нету. По встречке я не езжу, только вот этот а участок. Здесь встречка, вот вы говорите, что никогда не ездите. Есть. Вот на этой части нет. Так, вот, ну, ладно, здесь я еще не снимал, но я просто уверен, что если я здесь снимаю, то... Вот у меня уже одна запись вот есть. Здесь? Одна запись есть, да. Здесь милиция стоит, они иногда, они не разрешают. Смотрите, номера, когда ААА или ООО, спокойно совершенно здесь есть. Здесь ни разу нет. По московскому, ну да. Вот вы просто не видели, здесь вы, видимо, да, не ездили в то время, когда они здесь проезжают. Трасса там. Здесь тоже, на самом деле, проезжают. Ни разу вот, опять же, вот можно попасться вот на такое. Ну, это я вижу, куда он поворачивается. Нет, он же сзади. А как вы будете при троллейбусе действовать? Да, вот, кстати, троллейбус я на тротуар выезжаю. Если... А вы по тротуару тоже ездите? Давайте его пропустим. По тротуару тоже ездите? Если только по крайней пути. В общем, мы считаем, что это опасно, ездить по встречке. Мне сейчас заворачивать налево. Я понимаю. Когда через переход мы просто сразу. Поехали, раз, встали. И проехали совершенно спокойно. В общем, читайте брошюру. Я не страшный. Я еще не страшный. Нет, просто это опаснее, чем ехать. Нет, я еще не страшный. Нет, ну я бы вас врезался, честное слово, на месте водителя троллейбуса. А как вы просто ради удовольствия. А это ему я не хороший человек. Ему не выгодно. Кстати, да, вот, кстати, тоже из моей личной практики. А как вы со встречами с он едет, я изменяю направление движения свое, но не его. А там, допустим, маршрут, да? Здесь маршрутки нет. Ну, я же вижу далеко. Ну, допустим, давайте допустим теоретически туда. Что вы будете в этом случае я делать? Я останавливаюсь на тротуаре, Я могу... Ну, как вы остановитесь на тротуаре? А? Вот смотрите, я еду, допустим, на спортивном велосипеде, позволяет мне скорость где-то 40 км в час, допустим. Но. Я еду. Сзади за мной маршрутка. Вот такая теоретическая ситуация. И вот вы навстречу мне едете. Что вы будете делать? Я же вижу, есть маршрутка или нет. Я же не просто так от балды еду. Есть маршрутка или нет? Нет. Если нет маршруток, я спокойно еду по этой встрече. Ну вот, вот только для маршруток. Вы только что вот там вот две маршрутки были, вы ехали по встречке совершенно спокойно и как бы, ну ладно, разве. Я останавливаюсь. Ну тогда, а здесь я еду. Нет. Как это нет? Мы же говорим, ну, теоретическая ситуация. Вот я еду, вот я еду вдоль автобусной полосе. Есть съезд. Левее меня маршрутка. Есть съезд. А вот там вот его нету. Что вы будете делать? Я же оцениваю ситуацию. Я же не от балды еду, не с закрытыми глазами. Я оцениваю ситуацию, куда я могу уехать, куда я могу свернуть, где я могу остановиться. Правильно? Нет? Я же не компьютер, который нифига не видит.
Ну, возможно. А если я, допустим, ехал за маршруткой, а потом решил ее обойти, когда она взяла левее? И вот я неожиданно перед вами. У меня скорость 40 км в час. И съезда нету. Вот, допустим, вот тут участок. Я же перед маршруткой притормаживаю, я же не еду, не еду. Я смотрю. Ну, так правильно, вы уходите ближе к тротуару. И тут я из-за маршрутки выскочу. Ну и что, будем сталкиваться? Нет, я же оцениваю. Мне только что парень дурак на BMX влетел в лоб. У меня смято два колеса. Передняя смята, задняя стулка разорвана от торможения. И плечо выбито. Я попал на 5000 рублей. Он попал в больницу, конечно, после того, как я на него приземлился. Нет, я еще говорю, я же оцениваю ситуацию. Я смотрю, что за маршрут. Ну, понимаете, вы можете за другого человека оценить, что он будет делать. Если я вижу велосипедиста, я же прижимаюсь. Если за маршрутки велосипедиста. Только вы его не видите. Вот он вырулил из маршрутки резко. Вот маршрутка раз, решил обогнать его. Короче, видно. В общем, я думаю, что с вами спорить бесполезно, да? Езжайте на досуге, прочитайте буклет, там написано красиво, хорошо. Есть у меня. Сколько можно литературы было? Нет, там полезно, правильно, советую. Не, ну зачем 2-3? Питерских, слушай, я. Если они еще раз придут и начнут мне там учеников распугивать, в четверг. Они же такие, мы не будем пристегивать, у нас велики дорогие, это как развалины такие две. Они смешные, блин, и начали рассказывать такие ужасы. Так вот я шел там по эстакаде, меня обогнала машина, резко тормознула передо мной. Я вот шел со скоростью 60 км в час, вот если бы не шлем, тогда-то мозги отшибли. Троллейбус, он по прямой ездит. Там вот. Только что если бежал троллейбус. Я знаю, что я знаю, и здесь как велосипед с троллейбусом. Я понимаю. Просто так классно. Я понял, все, спасибо. Тормози. Для здоровья очень вредно, да? Тормозов нет, мужик. Автобусы тоже не самые лучшие тормоза. Ну, погода не такая плохая. Кто-нибудь туда может отправиться? Она неплохая, знаешь, но как только пасмурно, народ оставляет велики дома и боятся, что будет дождь. То есть даже если дождя никого не будет, все думают, блин, тучи, все, и не поедут. Нам бы кого-нибудь туда отправить. Прям очень сильно заметно. То есть солнечные дни. Зато эффект-то какой будет, если на каждом перекрестке останавливать. Здравствуйте, а можно с вами поговорить? Мы вот как по поводу вашего движения. Вас там еще не останавливал патруль, скажите, пожалуйста? Нет? Боль. Тогда вы можете сказать, зачем вы ездите по встречной полосе? Потому что мне надо поворачивать. Но здесь же можно повернуть налево. Совершенно легально. Посмотрите, вот сейчас скорая, вы мешать будете. Нехорошо. Был такой позитивный, загорелый чувак. Вот, мы его остановили, спрашиваем, почему вы так ездите. Он говорит, я здесь уже, я 6 лет уже живу в центре, ну то есть езжу по центру на велосипеде. И я очень хорошо знаю потоки все. Я знаю, что мне на крыше практически никто никогда не ездит. И я чувствую себя безопасно. На той стороне, говорит, творится кошмар, ужас, там постоянно паркуется. В общем, такой убежденной позиции, мы его вообще не смогли переубедить, но он очень позитивно воспринял все это, в буклет взял, сказал, что замечательно, хорошо, хорошим делом занимаетесь. И укатил дальше по встречке.
Так, ну ладно, бывает. Ходит. А, в том смысле, прямо едешь и чик-чик-чик сам или это так? Два! Здравствуйте, а можно с вами поговорить? А, далеко. Так это чего продолжает? И продолжайте ехать. Да, в наушниках тоже не хорошим и не ведет. Ваня пытается показать, что если вы едете прямо, вам нужно как бы показывать это. Вот. А, и, в общем, велосипедист ехал в джип. Не, ну вот смотри, он точно к нам хочет присоединиться. А ты это уже видел? Так это же этот, в четвертый раз. А что ты его не останавливаешь? Рейки канала Петербурга, сборка нашего комфортабельного прохода. И люди приобретайте в кассе причала. Очень приятный, возможно, вещь. Я сам попадал в